Сообщение о том, что на заводе «Резинотехника» начался пожар, поступило на пульт дежурного по системе 112 примерно в 12 часов 18 минут. Огонь заметили сотрудники завода. Ни медля, ни минуты они вызвали сотрудников МЧС. Действовать надо было как можно быстрее, ведь в помещении находились легко воспламеняющиеся резинотехнические отходы. На место вызова были направлены силы и средства Саранского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу пожара. По прибытии было установлено, что происходит горение на первом этаже цеха на площади 2 квадрата, сильное задымление помещений, а также тление вентиляционных каналов. Открытое пламя охватило отходы производства. Зная специфику резинотехники, пожарные не только заливали видимый очаг возгорания, но и обследовали вентиляционные каналы. В них обнаружились скрытые очаги тления резиновой пыли. В результате пожар был оперативно потушен. В 13 часов 2 минуты в помещении остался только запах гари.